вроде пишет. Не знаю, у меня что-то на руке не работает. А это работает. Собаки, пойдем погуляем. Пошли погуляем. Да, сейчас. Хотите гулять? Ну, помёрзните немножко на улице. Упс. Вот я хочу вам показать, что у нас на улице творится. Смотрите, какой снег, который сразу превращается в лед. Вот ледяной, ледяной дождь называется. Температура около нуля. Слышите, как стучит? Ну, пошли. Время сейчас 3 часа ночи. Ну, около этого. Вот. И температура, я думаю, так вот, минус 1 примерно. Слышите, какая крошка, да? И вот такая жуткая погода, когда врача на улицу не выгонишь, а им захотелось погулять. Этим моим чертям. Ну, давайте хоть пописите. Чтобы не просто так. Я знаю, почему они хотят гулять, потому что в это время я их кормлю. Погуляют и кормятся. Пошли, пошли, рыжий. Рыжий все время назад оглядывается. Нафига ему это надо, я не знаю. Паршивый погода, прям скажу. Так, ну, рыжий, давайте дела делайте. Все-таки не минус 33. Ну, давай, давай, нюхай эту кучу. Ну, и что, и домой, да? Ага, типа погулял, давай кормить теперь меня. Вот черти противные. Им вообще наплевать. Не, ну, писать-то кто будет, а? Я что, просто так с вами ходил? Между прочим, снег чистила машина на дороге всю ночь. А он все время налетает. Пошли, пошли. Не-не-не-не, так не пойдет. Пошли в другую сторону тогда. Если там не писается. Эй, банда. Мы так не договаривались. Но Миш сообразил, что надо делать что-то. Хватит нюхать. Рыжий. Пойдем. Надо дело сделать. А потом уже... Ой, как стучит, да? Это я говорю, это не снег и не дождь, а хрен поймешь, что. Пошли, пошли, пошли. Пойдем. Направо пошли, налево пошли. Давайте, давайте, ищите место, где можно пописать. Меня всегда удивляет. Ну как? Ну, писи, где стоишь. Нет. Надо что-то найти. Там кролики бегают все время. Пошли, пошли, рыжий. Ага. Ну, давай, 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 ищи, ищи. Вы что не нюхали? Что тут можно нюхать, а? Поразить. В каждый след нос засовывается. Ну, вы видите, Миша выздоровел. Башку не трясет теперь уже. Ну, 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 весь залез, да? Да, следующее. И следующее. Это вот игра какая-то. В каждый след нос засунуть. Ой. А, домой побежал. Писит тупой. Да вы чем, мужики, так не договаривались. А? А? Ну давай лапу поднимай. Вот здесь хорошо лапу поднимать. Давай. Рыжий, встал. Ну, я вас тогда дальше потащу сейчас. Пока не добьюсь своего. Вот смотрите, редкий случай, что дорога не чищена вообще. Выглядит не чищенной. Потому что, я говорю, всю ночь грохотала эта машина с ковшом. Пошли, пошли. От меня просто так не отделаешься. Идем, 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 идем. О, погода. Я думаю, вы слышите, как оно стучит. Потому что у меня по всей голове оно стучит. О, Миша пошел искать, искать пошел. Ищи, Миша. А то, ишь, что, вышли на 2 метра и сразу домой кушать. Нет.
не катит. Давай, давай, вот здесь тоже собака живет, страшная, ужасно. Буль-буль-терьер. От нее какой-то запах, наверное. Ее сюда выводят погулять на поводке. У-у-у. Вроде не холодно, а все равно как-то паршиво. Скорее бы лето. Да, еще не скоро. Ну давайте, все ваши писельные какальные места прошли уже. Этот веточку потащил. Полный придурок. А, не знаю, что за поворотом можно домой завернуть. Миша, давай. О, это что такое? Это что такое, стропа раньше? Прыжки. А? Ну, давай, 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 давай. Нет, не хотят. Я говорю, они хитрые. Они меня потащили, чтобы потом покушать. Ну ладно. Пес с вами. Это мы что, на чужой участок забрались? Да фиг с ним. Снегом занесет все следы. Это у нас почтальон живет, Печкин. Здесь вот. Так, ну что, кроликов здесь нет, здесь кролики сидят часто. И здесь кроликов нету. Но они же не дураки, попрятались. Ну, ну, и это теперь нос засовывает. Господи. Вот так мы и гуляем. Все, пошли, да, кушать хочешь, я знаю. А как мы здесь пройдем? Тут не пройти. Сейчас вот здесь пройдем. Эта машина всю зиму стоит. Никто на ней не ездит почему-то. Вот здесь нас один раз скунс облил. Ну, не нас, Гришку, естественно. Ну что, сейчас будет прыгать. Вот здесь вообще темнотища. Так и ничего не сделали, а? Ну, подлецы. О, ну выздоровел, да? Ну все, пошли домой. Бери шинель. Обманули хозяина, обманули. Обманули, не стали писить. Вот паразиты. Ну ладно. Все, пошли. Доктор Влад и собаки. Выключаем.